Good to see you. Dan, uči mene jedan trener, skaži. No, only one coach better than him. Say no, 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 no. Зуба дробительная схватка, нажми кай зубы. Зуба, иди сюда. Зуба. Вот это то, что было же. Было или нет, мы закинем, а борцы пускай рассудят. Хорошо, да. Хорошо. Все моменты закинем. Салам. Салам. Это хлоп. Хнали здесь за это время все приготовление, короче. Он даже тандыр научился готовить. Время теряет зря, да? У меня там своя печка есть. Каждого своя норма. Это султан. Он будет кушать 150 грамм подливы, наверное, скорее всего. Он так говорит, что больше надо, или что-то у него вес, говорит, быстро уходит, чем нужно. Сейчас все вкусно. Без сомнений. Зелень тоже может сверху покушать, как салфан. Зелень, перчатки, салфан. Да-да. Свежий. Вот то, что кушать. Самое полезное. Что за такое, да? Хорошо. Я тоже дал чуть-чуть ставить. Не могу его сделать. На них смотреть не могу. Эй, гречку что сделать, Мурат? А так раньше я позволял себе вот эти вещи. Один квадратик маленький покушать, там, чай попить, кофе. Но теперь мне надо быть профессионалом. А кем кто курит? Эй, сколько калорий здесь? Палач. А вы все в курсе, да? Да. А мы? А вы на троллейбусе. Come outside, come outside. One side. Come on the right. Just walk to the right. Все забыли. С Америки прилетел, в Питере не потерялся. За ноги можно, да, поеду? Ну примерно, плюс-минус, самый... Да ну, я минут 15. На, вот 200 рублей возьмите, пропустите нас.
Да без чека, просто откройте нам ворота и все. Без чека откройте, пожалуйста. Она что говорит? Она что хочет? За парковку деньги дайте, говорит. Потому что заезжали. Правильно, а вы что думали, дошли так практически? Не получится. Не-не-не-не. Я поддерживаю бабушку, это старая школа. Тут бабушка правильно делает. Too much money or something? Not enough money? Скажи ему, туда надо этот один, а ей надо другой дать. Parking? Too much money? Yes. Not too much money, but nobody pays parking. Обстановка для нас обычная. Других, потому что последняя ночь перед вышем, она всегда такая тяжелая бывает. Нужно очень грамотно подойти, грамотно согнать. И, как обычно, у каждого бойца будет расписано, что он делает, прям до мелочей, как он делает, сколько бегает на дорожке, сколько велика, сколько лежит под полотенцем, сколько под мной. И в этом плане все. Уже каждый боец знает, за какое время он уже сколько килограмм может сгонять. Ну, примерно, да. И в этом плане все идет по расписанию. Уже все, что нужно, мы уже сделали. Побегали 30 минут, 10 минут сделали велик и 10 минут сейчас парной были. Сейчас будет лежать под одеялом минут 40, может быть час, потому что он будет продолжать потеть. И... ну все, наверное. Я думаю, что он весь пару килограмм, больше двух, чтобы лишних было. Я думаю, что можно согнать за это время этот вес. И развешен, по-моему, осталось 2 часа ночи. Ну, 7 часов придется потерпеть начало. Почему так поздно все это происходит, ты же расскажи? Ну, это специально так делается, чтобы утром не гонять, там перед вышением, ну, к утру уже чуть-чуть энергия уже меньше будет. А вот примерно вот час, ну, пол первого начали, а сейчас уже 2 часа, за полтора часа можно сделать вес, чтобы и энергия была во время сгонки, и время тоже так убиваем, можно сказать. А это не связано с тем, что его бой тоже будет поздно ночью? Не-не-не, это с этим не связано. Это связано с тем, что самим бойцам я тоже люблю такое время делать вес, и потом ложиться, и 7-8 часов уже до взвешивания, просто лежишь, ждешь. Если можешь, засыпаешь, если нет. Ну, обычно мы не спим, но кто-то спит, не знаю. У меня бывает, я могу там полчаса, 40 минут, и 7-8 часов крутишься на кровати, ждешь, и дальше это все пройдет. Alistair, no respect, bro. Huh? 24 hours. 24 hours? Not 24.
For example, he spins in and bam, gets his cage position. About the same, the guy grabs the cage, it just affects the position. I have to take a point to bounce the cage, but I have to believe that it affects the position. Well, basically, I'm going to work with him on his kicking. Samir's going to work his boxing at the end, and we're going to go out and get the victory. Because that's what he's going to do. That's what he's supposed to do. Thank you.